Ветеран государственной службы из Актау Алкажан Едельхан считает, что досрочные выборы были бы большим шагом вперед. По его мнению, будущая команда должна не только воплотить в жизнь 5 масштабных реформ, но и помочь казахстанскому обществу с достоинством ответить на глобальные вызовы современности. Наше казахстанское общество – это толерантное общество. Уже несколько поколений казахстанцев живут вместе друг с другом. И в новом составе я жду многих представителей других национальностей. Дружба, мир – это надо, всегда надо беречь. Депутаты новые, я считаю, что будут прилагать все усилия, чтобы сохранить ту дружбу, которая нам досталась от наших предков –